Здравствуйте, друзья, с вами я, Клонат 1001, и это 31-й выпуск моего города в Майнкрафте. И да, друзья, я хочу сказать, что он может стать последним, и, возможно, это последний выпуск про город Яклоновск в Майнкрафте. Почему последний? Потому что, возможно, я начну строить новый город под названием Старфарск, и это вызовет что я, возможно, заброшу Яклоновск, то есть строительство Яклоновска и его метро, которое здесь сейчас строят, только началось, да. Тем более полным ходом идет строительство первой линии, да. И да, друзья, если вы хотите, чтобы я начал строить новый город, то пишите в комментариях Старфайск. Если хотите, чтобы я продолжал строительство Яклоновска, то пишите Яклоновск. Я даже напишу в банкноте. Короче, друзья, либо один вариант, либо этот вариант, или этот вариант. Ну, решать вам, естественно. Либо Яклоновск, то есть, либо продолжить строительство Яклоновска, либо начинать новый город. Естественно, Старфарск. Так что, это ваших, решать вам, естественно. Так. Ну да ладно, друзья, давайте все-таки перейдем к этому выпуску. Друзья, сегодняшнее обновление это у нас типа парад, да. Я просто готовлюсь к 9 мая, но почему бы не добавить бы, почему бы не добавить? И это происходит на улице Зюганова, поскольку в районе мэрии и церкви. Больше всего это принято сделать в районе мэрии, рядом с мэрией. Ну, или какую-нибудь площадь замутить, да. Так вот, ну ладно, друзья, начнем с этой. Первое у нас вот такой вот, типа Катюша, то есть носящий ракету. Так вот, сама ракета, держатель и кабина. Ну, здесь ничего особенного, здесь только руль и все. Зато окошко вон сзади. Взгляд на задний вид. Фары такие, задние фонари, фары, решетка радиатора. И все, в общем. Дальше у нас такой вот вариант танка. Хотя нет, это и не танк вовсе, а просто. Хотя нет, танк, только без пушки есть. Такой вот вариант. И дальше со пушкой, так вот побольше получилось. Такая вот пушка из лаймовой шерсти и раздатчика. Ну и следующее у нас это вот такой козлик. Если никто не понял, то козлик это, естественно, УАЗик. То есть такой вот внедорожник УАЗик. Естественно, тоже зеленого цвета, поскольку. И как вы видите, он без крыши. То есть, чтобы генерал-майора отсюда выглядывать вон. Здравствуйте, товарищи! Так, ну здесь у нас вот. Здесь вот руль и коробка передач. На самом деле это просто люк и рычажок. А дальше такие двери. Кстати, очень удобно, что без крыши, потому что если там поставить сиденье, открыть машину без крыш, то фиг ты получишь, будешь вылезать. Кстати, еще одна дверь, багажник. Ну, получается, что я построил не УАЗ-469, который козлик, а УАЗ-патриот, да. Что это такое, в общем. Ну, так получилось. Блин. Меня скоро сейчас разрядится ноутбук. Сейчас я выпущу из папки, из сумки. Как раз тут зарядник.
Так, я, в общем, подключил заряжаться, и вот теперь продолжаем. Короче, друзья, вот так вот выглядят вот у нас такие вот аппаратные расчеты здесь. Просто танки, там два танка, Катюша и внедорожник. Без крыши, тем более. Ну что ж, друзья, спасибо всем, что посмотрели этот выпуск. Осталось вам сказать самое важное на сегодня. И да, друзья, по поводу других рубрик, которые, в общем, как бы заброшены. Насчет проекта Бабушо. Я как бы молчу, поскольку больше новых выпусков уже нету. Уже больше, чем 2 месяца, тем более больше 2 месяцев я не выпускаю новые выпуски про Бабушоу. Тем более, что этот проект уже временно закрытый, поскольку уже больше нечего. Теперь просто, как бы, она уже потеряла свою популярность, в общем. И, друзья, я повторяюсь насчет, связанный с... Связано с закрытой рубрикой про обзор софта. Да, друзья. Обзор софта уже давно закрытый, уже давно, но... Тем более, уже мало просмотров, что, как вы видите, 98 просмотров, тем более, уже 2 дизлайка и 2 лайка, то есть наравне о чем-то. И в связи с этим я закрыл этот проект. Потому что он там... Он принес мне слишком маленький рейтинг. Снижки, низкий рейтинг, можно сказать. Ну, по поводу стримов, да. Я не так уже часто буду проводить стримы, но... Но, возможно, что скоро буду проводить стримы. И по поводу других видео, связанных с типа... Ну, я имею в виду про, типа, переключение каналов и все такое. Нет, друзья, они не закрыты, просто мне лень делать их. Ну и по поводу города в Майнкрафте. Да, друзья, город в Майнкрафте до сих пор живет, но... Но есть одно но. То, что я говорю вначале, потому что я начну Новый год, то есть Starfires. И вначале я рассказывал там, какой город лучше строить. Продолжать строить Яковлевск или начать город... Начать строить новый город. Короче, я все вначале рассказал. Если вы пропустили, то перемотайте это видео на начало, в общем. Ну и, в принципе, у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и писать идеи, конечно же. И, в общем, друзья, всем пока.